онлайн-магазин міні-тракторів. Великий вибір техніки китайських, японських та європейських брендів. Якісний сервіс та гарантія від заводу-виробника. Шукай наш сайт «Мінітрактор.Укр» або переходь за посиланням в описі під відео. Любі друзі, всім привіт. Трохи шпаклі. Бачите, дуже часто трактори з Китаю приходять трошки-трошки з якимись сховами. Якимись царапинами ми за ваш кошт перед відправкою, перед продажею, все то підробленими, підмрафечуємо. І багато хто це не показує, каже, що то як може клієнти ви поняли. Но на самом деле, я считаю, что надо показывать честно все. Простите, буду переходить иногда на русский, что сложно мне. Честно показывать все как есть, потому что это важно. Потому что, знаете, я считаю, что в первую очередь честность. И китайцы часто приходят битые, царапаны какие-то. И мы это все подделаем. То есть, чтобы факт трактор пришел новенький, полностью в пленочке. Не без всяких там повреждений, сколов, вмятин. Если там надо, как говорится, что... перекрасить, подкрасить, то это все тоже делается абсолютно. Вот Синтай тракторы, Синтай Т244 ТНТ, модель трактора от компании ДТЗ, 8 месяц 2021 года, новенький, вот так он выглядит еще когда в процессе сборки, сейчас будет, соответственно, краситься кузовные элементы, ставится капот на свое место, трехцилиндровый двигатель, полный привод, гидроусилитель руля, 24-е колесо, 8-ступенчатая коробка передач. Очень хорошие показатели, характеристики для бюджетного сегмента тракторов. 24 лошадиные силы, дешевле долларов на 800, на 1000, чем аналоги такие, как ДВ, такие, как Кентавр. Но при этом, при всем, получаете тоже работоспособную массу, вот там тонны 100, которая уже позволяет там использовать польское навесное. Соответственно, плуги, фрезы, косы. И которая позволяет нормально, полноценно с этим всем делом работать и жить. Вот, так что все прозрачно, все открыто. Так же самое мы и работаем с клиентами, так же самое мы и работаем с обслуживанием. Поэтому набирайте, не стесняйтесь, мы вам все подскажем, как по-нормальному взять что-то хорошее, чтобы вам и служило, и чтобы не стоило 3 миллиона, и чтобы вы потом не жалели и не плевались. Вот, милости просим. Ссылки на магазин в описании и номер телефона менеджера внизу. Ждем ваши звоночки.